Добрый день! Представляю вам мужские ботинки французского бренда «Тандансс». Верх модели сделан из натуральной кожи теленка, прочного и эластичного материала. Он пропускает воздух, при этом защищает ноги от ветра и холода. Две боковые молнии помогут вам обуться быстро и без труда. Придерживайте пару за петельку на голенище, когда надеваете ее, чтобы сохранить форму обуви и избежать появления заломов. Подкладка и стелька из натурального овечьего меха подарят вам абсолютный комфорт даже в сильные морозы. Материал сохраняет тепло, позволяет ногам дышать и меньше потеть, поддерживает здоровый микроклимат в обуви. Мех выступает за верхний край пары и выглядит словно небольшая опушка. Стелька съемная, ее можно вытащить и просушить, или заменить на новую. Подошва из легкого упругого материала Эва смягчает удары стопы о поверхность, с ней ноги будут меньше уставать. Также, за счет толщины, она изолирует ноги от холода и слякоти. Прошитая подошва никогда не отклеится, обувь прослужит вам долго. Ребристый протектор не позволит вам поскользнуться. Носите эту пару в стиле casual с джоггерами или брюками карго, свитшотом и дутой курткой. Они также будут хорошо смотреться с узкими джинсами, объемным свитером и теплым пальто. Модель представлена в черном цвете. Наслаждайтесь теплом, даже зимой, с вашими новыми ботинками «Тандансс».